Всем прямо доброго времени суток, это канал Изи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Силуницкий ключ. Вовремя. Да, мы продолжаем прохождение замечательной игры Baldur's Gate 3, наша ленивая, неторопливая, казуальная. Напоминаю, что ссылка на плейлист... Ой, напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение, и отдельное громадное спасибо Помидорка Вячеславу, Zekat, Exp и NoName, они знают за что. Ссылка на донат в описании под видео. А тут ключ был, да? Ой, упс, как оказывается было просто. Чувак, ты с ключом снаружи валялся. Обидно, ну ладно. Так, значит, как вы помните, в прошлый раз я тут остался, чтобы все обыскать, все потырить. Ну, в целом, да, я все обыскал, все потырил, то есть каких-то великих откровений не было. А, ну вот, в поисках песни ночи. Это мы читали... Подожди, я не помню. На всякий случай, давайте прочитаем. Поразительно, что ценнейший предмет оказалось настолько трудно отыскать, ведь охотники за сокровищами всего мира рыщут по побережью мечей с одной целью — найти песню ночи. Однако все они потерпели неудачу. Кто заходит в тупик, кто отказывается от затеи, а кто исчезает бесследно. Последним мне удалось расспросить полуорка по имени Грейли, который уверял, будто подобрался к реликвии так близко, как только возможно, без угрозы для жизни. Он утверждает, что предмет находится вовсе не в силуницком форте у реки Чиантар, на самом деле его держит в древней Шаритской крепости где-то в окрестностях лунных башен, однако Грейли упомянул, что добраться до этой крепости, где бы она ни была, мешает некая очень сильная тень. Первое. Потрепанные записи. Вокруг царит тьма, но свет владычицы сияет над нами, когда дрова почти что прорвались, Ярус собрал последних посвященных и повел их в атаку. На мгновение пещера озарилась сиянием самой Силуна. Я бы с радостью отправился с ними, несмотря на раны, но Ярус... приказал мне остаться и держать ворота до скорого возвращения. Кроме того, я должен завести запись. Я оставлю снизу место для описания его победы. Прошло уже много дней или часов с того момента, как мы обрушили туннель. Они должны были вернуться после битвы, я не могу откопать его сам. Мои глаза никак не привыкнут к этой тьме, но я слышу, как они обыскивают мертвых. Простите меня, я еще не выучил погребальные обряды, но я буду держать ворота, я обещаю. Последняя запись еле различима, она больше похожа на слабые царапины, чем на нормальное письмо. Простите. Ну, это вот то, что книжка, которую я тут нашел. Так, выцветшие. Так, большая часть этого небольшого журнала пуста, последняя запись гласит, запись 182. Ничего подобного, нужно было обратить больше внимания на появление дроу. Нужно было понимать, что это всего лишь прелюдия. Глупо было подумать, что мы их перехитрили. Это моя последняя запись, отныне записи будет вести Минти. И последняя книжка на данном этапе, дневник с выцветшими страницами. Признаки. Так, запись 24. Признаки жизни в музее аванпоста разумны, явно пытающийся спрятаться. Запись 125. По-прежнему не могу обнаружить таинственных визитеров. Они умеют скрываться. Возможно, это дроу. Следующие записи слишком выцвели, прочесть невозможно. Запись 129. Увел их на юг, там, по слухам, видели наблюдателя. Пусть подземье само разбирается со своими проблемами. Запись 130. Ничего. Запись 131. Ничего. Запись 132. Минти видела на юге статую, похоже на дроу. Не похоже на наблюдателя, в любом случае у нас одной проблемы меньше. Да, я тоже видел эти записи. И вот тут еще один дневник. Так, я не могу спать без лунного и звездного света. Ребенком я молился ему задолго до того, как узнала само имя Силуна. Кощунство ли это? Когда я прохожу по укреплениям, единственный свет, что я вижу, это свет их глаз. Они там, они ждут. Я знаю, что высший посвященный готовит какой-то план, он выведет нас отсюда. Пока что мы держимся. Светлая лунная дева, озари нам свой свет. Озари нас своим светом, укажи нам путь домой из ночной тьмы, поддержи нас на пути истинном, вечно горящее, вечно чего-то там. Последняя строка молитвы расплывается, как будто на бумагу попала какая-то влага. Действительно, какая влага могла попасть на бумагу? Вот такие дела. В общем, того. Грохнули ребятишка. Тут еще и ключ был, оказывается, от прохода. Или нет прохода. Нет, вряд ли это от ворот. Возможно, это от чего-то здесь. От дверей, которые там пооткрывал. Сундуки, еще что-то. Ну, всякая мелочь. Значит, что я тут нашел, когда обыскивал? Ну, здесь ничего. Вот здесь, значит, что поменялось. Я на нее надел вот эту штуку, класс брони. Вот. То есть снял с нее вот это. И одел вот это. Получается, меньше режущего урона. А здесь у нас... какой-то, когда владелец наносит лучистый урон, он создает лучистую ударную волну. Но у нас есть как бы лучистый урон, надо будет попробовать, я не знаю, что это такое. Но пока вот по броне одинаково, что тут 18, что тут 18. Единственное, что вот здесь мне больше нравится, вы получаете на один меньше режущего урона. Вроде мелочь, но, блин, может быть весьма прикольно. И вот сюда я еще надел вот эту штуку, вот этот шлем, ну чисто... потому что выносливость, выносливость, но здесь еще накладывая на противника в состоянии любой из разновидностей заклинания кары, вы также получаете временный УЗФ в количестве равно вашему модификатору харизмы. Что такое кара, я не знаю. У меня никаких заклинаний кары вроде нет. Я вроде посмотрел у всех своих, но вроде ничего с надписью кары я не нашел.
Что за кара, черт его знает. Ну, какая-то кара. Вот, поэтому я просто примерил, на ком этот шлем прикольнее смотрится, и на Карлахов смотрелся лучше. Поэтому пусть она пока с ним ходит. Да, говорит, вам, говорит, какую машину? Вам машину, говорит, полный привод, задний, колеса внедорожные. А можно красненькую? Можно! Ладно, пойдемте, чё. Хм. Костя Гриб. Я думал, Ленин Гриб. Кто мне, друг, объяснил, откуда этот мем взялся вообще? Ленин Гриб. Что за Ленин Гриб? Почему Ленин Гриб? Что за чушь вообще? Зачем человека называть грибом? Ну, ладно, пусть мертвым. В смысле? Подобрать. Так, бочку отправляем в лагерь. Пока что обыскиваем тут все. О, как, да? А, вот так даже. То есть мы все уже, да? Перегруженные. Мы перегруженные, да? Топорик. Так, ну чё тогда? Ну давайте метнемся, продадимся быстренько, чё. Влаг, телепорт у нас есть, так что. Подземье, наблюдатель. Это же этот, глазастый, да? Угу. Глазастый. Глазастый — это опасно. Это пятый ранг. Он стрелять умеет. Забыл объединить их. Ну, статую я видел, этих дроу. Посмотрим. Сейчас надо будет полазить по этой локации. Она здоровенная. Посмотреть, что тут вообще где. Теперь пойдете? Все вместе. Ну тут-то можно не шкериться уже. Пошли, неторопливый ты наш. Идет. Вы посмотрите, какая походка. Ёлки-палки. Такое ощущение, что у чувака не яйца, а этот, как его. Чуваку очень сильно что-то ходить мешает. Видите, вот это вот. Как он вышагивает. Ёлки-палки. Прям как я после 12-часовой смены в плюс 35 на плюс 35 в тени, когда там все уже натерлось, блин. Хочется побыстрее попасть домой. Ох, солидный дяденька. С такой походкой, блин. Не, ну серьезно, что у него с походкой? Почему он реально идет так, как будто у него яйца распухли? Нет, я понимаю, что он перегружен, но коленки-то зачем так расставлять? Это очень странно выглядит. Need anything else? Да, грабить тебя хочу. But please, remember, завались ты. You're not the only one in need. Так. Может, продать эти нарушенные обещания и всю остальную херню? Зачем-то, возможно, это все нужно. Дайте им пока это все. Так, алчность любовника. Тоже нахрен.
Лишнего не продай, хей-хоу. Так, эту лагерь откроем. Угу. Ну вот так вот. Да-да, с тобой тоже. Так. Давайте-ка мы тут слегка. Трамбанем все эти записи. Так, это лыжи. Туда же. Туда же. Чучтый доспех. В лагерь пусть пока валяется. Так, Карлах. Так, это сюда. Не-не, ящики пока таскаем. Так, это тоже отправить в лагерь. Это пока таскаем. Я еще не на всех проверил эти возможности перемещения. Работы с ящиками. Кошель. 5000. Нормально. Живем. Нет, это явно не то. Так. Записки. Пока здесь пусть валяется. Так. Горелый ключ, серебряный ключ. Ну, блин, да, это скорее всего... Это скорее всего для чего-то там в крепости было нужно. Масная Василиска, существо в здании живой плоти. Это, я чувствую, нам скоро понадобится. Так. В лагерь. Во-первых, место занимает... Не знаю, для чего это нужно. Может, для чего-то нужно. Может, нужно было с этими, с масками пообщаться при помощи этой штуки. Не знаю. Не знаю. Для чего эта хрень нужна? Для чего-то, скорее всего, нужна. Ну, для чего? Хе-зе. Так, ну что, все? Не, мячик шкряб не трогай, мячик шкряб пусть будет. Ну, вроде бы... Вроде так все, да? Вроде бы, да. Ладно. Пошли обратно. Подземье. Силуницкий аванпост. Нормально ребята озаботились, да? Телепортом к себе. А чего бы нет? Действительно. Ну фо, пофли. Ой, чё, ты куда? Забавный, кстати, момент, связанный с вот этим вот подъемом, вот здесь вот. Если сюда залезть, открыть эту дверь, то можно миновать вот эту дверь, а у нее тут уровень сложности 20, что ли. Что-то такое, в общем, ну такое, значит. Да, ворота, с чего я выше. Оказывается, их можно было вышибить, прикиньте. Типа, тут край был вовсе не обязательно. Можно было просто вышибать. Но я так понял, что вот эта ползущая хрень, которая тут носилась, это, видимо, она меня не трогала как раз потому, что я ходил в раскоряку. Потому что, если помните, я начал шуметь, и она меня попыталась укусить. Я думаю, что дело в этом. Мне так кажется. Может, я не прав. Фалар Алувья. Who is Фалар Алувья? Тут меч в камне. Что с ним не так? Признавайся, поганец, что с тобой не в порядке.
Нет, не провал. А вот, кстати, у нас там с природой все хорошо. Надо будет глянуть. Что это? Что-то я так. Все время им беру. Природа — это вообще что? Надо вспомнить. Кстати, слышал, что в последних обновлениях добавили еще один уровень сложности. Четвертый. То есть я сейчас играю на предпоследнем. Ну, честно скажу, не уверен, что я буду на нем играть. И, кстати, по поводу корги узнал одну интересную вещь. Оказывается, если ее, так сказать, не убивать, так как я это сделал при помощи смеха Таши и сейвскамов, а загнать, так сказать, в самый низ и честно там победить, то в какой-то момент она тебе предложит какие-то там свои то ли волосы, то ли еще что-то, и эта хрень, короче, увеличивает. Я не совсем понял, то ли одну твою основную характеристику, ну там харизма, сила и так далее, на один, то ли вообще все на плюс один. Ну, если так, то, конечно, да, немножко обидно, что я ее так грохнул, но переигрывать, естественно. Переигрывать я не... Подожди. Так, можно, ребята, посмотреть. Природа. Плюс один. Ноль. Минус один. Понятно. Понятненько. Жаль. Угу. F5. Ну, друид, скорее всего, какой-нибудь нужен. Кусочек на чесвет. Но он же у нас вот в алхимика, да, улетает, я так понимаю, на чесвет-то. Где он тут? Наверное. Тростник, скальпник, мох, костя гриб. Куда-то он девается. Ну куда я, хоть убей, я вот не вижу. Бальзамин, белладонна, кристалл, воровское лакомство, гриб, древесная кора, жаболюдский Ты, блин, язык сломаешь. Трюфель, кинжальник, клыкварга, костя гриб. А, вот он, наверное, бомба света, очага. Ух ты, ничего себе, название какое прикольное. Спасибо. Мелче приятно. Ну да, тут, скорее всего, нужен друид. Чтобы лучше, так сказать, все это собирать. И не сейвскамиться постоянно. Фалар Алуве. Здрасте. А вы кто? Шлем. Ну, это я уже... Так, ну, давай попробуем. Что это за Фалар Алуве? Тонкий клинок дроу торчит из камня перед тобой, словно несет безмолвный дозор. Рассказчик, так. Сила, очень смешно. Религия. Кажется, это священное место, подумать, какой ритуал может подойти к ситуации. А, вот так, да? А ну-ка, силой попробуем. Не смеши мои тапочки, а. Понятно. Ну, давайте религию. Религию. Ну, тут плюс один. Может, что получится. А может и нет. А, пятнашка. Shadow Heart, давай, жги глаголом. Хорошо, повезло. Этот клинок был подношением воина, богини Элистрей. Кровь можно почтить только ответной кровью. А, в смысле? Уронить несколько капель крови на камень. Хорошо. Сейчас уроним. Не торопимся, не торопимся. Мы изучаем игру максимально, предельно аккуратно. Так сказать, никуда не спеша. То и так уже он с коргой накосячил. Да ни хрена себе, ты рубанул, блин! Вы видели это движение? Письмена дроу на клинке вспыхивают. Он медленно поднимается из камня, паря в воздухе, словно безмолвное подношение. Ни хрена себе. А, вот так даже? Ой, послушник, последний обряд, танцовщица тьмы. А-а-а.
Нихухухи. Так, прям для Shadow Heart что-то, да? Отдельно она у нас 30 очков опыта получил, да? Нифига себе ты. Так. Что это такое? Фалар Алуве. Полуторный. Боевое оружие, длинные мечи. Фехтовальное полуторное. Так, зачарование оружия, исполнение плюс один. Фалар Алуве, мелодия, действие класса. Хм. Ну, клинок украшен надписью на языке дроу, судя по всему, недавно нанесенный. Хоть я оставляю тебе, буду вечно танцевать в свете Элистрии. Так, ну, раз Shadow Heart, на, держи, Shadow Heart. А, кстати, Shadow Heart, я не помню, я вам это показывал, нет? В общем, заменил цепь, булаву на цепь, цепь немножко поинтереснее. Так. 3.12, какой интересный урон. 3.10, полуторная. Ага. Тут режущее, тут дробящее. Так, а ты можешь его... Ага. В смысле нет умения? У нее нет этого умения? Да? А почему? Подожди, сейчас сообразим. Нет, ну если у нее нет умения, смысл тогда? Ну да. 3.10, 3.10. То есть если мы вот так делаем. Ага, 3.12, но без щита, да? Не, слушай, давайте так тогда. Фалар Алуве. Хм. Жалко, жалко. Кстати, я удивлен, что у нее боевое оружие, длинный меч. Нет у нее такого умения. Карлах, а ты что скажешь? Пять, 14, полуторные, длинные. Ну, примерно то же самое, только... Ага, тут разрезать. Защита тира, 6, 16, 5, 14, полуторная, двуручная, двуручная, фехтовальная, длинный. 1, 10, 2, D6, плюс 4. Так, ну сейчас, секундочку, тесно. 6, 6, 16, 6, пин, угу. Ну нет, как несерьезно выглядит. О, вот этот дрын, тот, я понимаю, его наш... Этот, в этот уходит. В этот, ну в этот, ну он в тот. Ладно, давайте тогда этот Фалар Алуве... Да в лагерь, наверное, чего продавать, что ли? Спасибо, таинственный Йольф. Ой. Меня ваза обижает. Порва! Стоп ее. Так, это у нас... Ну, это классика. Это добавить в товары. Этого у нас уже... Так, что тут еще лежит? Ну, так вроде бы больше. Но Shadow Heart свою вдохновенешку получила. Лишний опыт, как говорится, это лишний опыт. Ладно, ок. Пусть. Немножко странно, вроде меч такой... Главное, интересно, да, что Shadow Heart получает здесь вдохновение. Да иди ты в дупу. Получает здесь вдохновение, но при этом не может им пользоваться. Как-то... Ну нет, может быть, она, конечно, получила вдохновение от этого... От того, что я через религию все это порешал. Я, честно говоря, не особо посмотрел, на что она там среагировала. Ну ладно, лишний опыт. Я, честно говоря, ждал, что будет какой-нибудь эффект, какой-нибудь кровопотери или еще что-нибудь. А тут вообще ничего. Ну то есть, по факту, ну кровь, и че? Да ничего. Ничего, вообще ничего. А мечик-то прикольный. Прикольненький. Такой, симпатичненький. Ну, ведь там еще исполнение. Ну да.
Кстати, недавно узнал, что оказывается, помните эту классную бардессу-то, тифлинга, которая сам в этом еще давным-давно вместе с ней помогала и песенку изобретать. Оказывается, твою ж налево, вы представляете, если бы я там, вместо того, чтобы ей подсказывать, играл вместе с ней, даже пофигу мороз, что я не умею, я бы в итоге на халяву получил это умение бардовское, чтобы можно было сейчас, вот сюда вот что-нибудь воткнуть. Вы прикиньте, а? Охренеть, да? Я-то дурак... Вспоминая Neverwinter 2, где эти дурацкие бардовские исполнения меня загнали в условия этого испытания, которое я заманался проходить, честно. Даже тоже заманался, я изматерился просто на это испытание, потому что такой бред, как по мне. Вот. А оказывается, вот тут все нормально. Надо было просто пройти эти проверки и получил бы халявную мелку. Просто. Прикиньте. Опа. Путает мысли. Лучше близко не подходить. Я не успел немножко среагировать. Состояние дурманивания. Ага. Тимаск путает мысли. Ага. Эй, тебя приштырило. А что за одурманивание? Существо не может контролировать свои действия, бесцельно перемещается туда-сюда. А-а-а. Ну понятно, такой. Интересная ловушка, да? То есть даже в скрытом состоянии... Тихо. В смысле, споры. Откуда споры? Он назад... Вон оно чё. То есть тут споры, они прям много где, и это какое-то... Прям, что называется, очень неприятное. Светящийся клубень. Клубень светящийся. Ибо нифиг. Надо быть немножко в затемненной области. Куда идем мы с пятачком? Большой. Опа. Большой-большой секрет. А на кого это я сохранением отреагировал? Кто-нибудь что-нибудь видит? Я не вижу. Как интересно. Ай! А где? И чё? А чё делать-то? Так нет, и чё? Я пытаюсь понять. Эй, а чё? А, тьфу ты, а я думаю, чё? Булей. Бабулей, ни хрена себе. Да погоди-то. Вон чё. А я думаю, чё? Где-то, а... Это я, что ли, случайно переключился?
Но булей. Булей это, конечно, круто. То есть он здесь нас в любом случае атакует, неважно. А что булей умеет? Блин. Булей. Бабулей. Бабулей. Булей, бабулей. Не, я не согласен. Что это за булей такой? Что это он меня взял, избил, ударил. Бяка. Нехорошо. Так нечестно. Я так не играю. А ты у нас кто? Ох, какая няша. Уровень 5, булей, чудовище. Сил 19. Устойчивость к режущему урону. Стрелять он умеет? Погодите, я хочу попробовать, получится или нет. Ну как? Хочу проверить ящиковую теорию. Но он тоже пятый, видите, в чем проблема? Тут, блин, все пятые, куда ни плюнь, везде пятый, пятый, пятый. Может, мне все-таки наверх вылезти? Минотавр четвертый, этот пятый. Они все как-то чуть-чуть выше меня. Как, они либо со мной наравне, либо, что называется... Нет, а почему в прошлый раз? Эй, ну какого ху? Опа. И сразу-то он всех нашел, да? Так, на эту смех Таши не сработает, да? По этой дури я не мог, просто первая же атака не добежала. Промахну, безрассудная атака, она все равно ухитрилась, даже ей ухитрилась промазать. Да каким таким образом, ёшкин кот, а? Я не знаю, это надо признать незаконным на самом деле. Ну как можно про... Нет, я понимаю, когда там какой-нибудь гоблиненок стоит мелкий, он мелкий, шустрый, он быстрый, тут стоит перед тобой 600-килограммовая туша. Это все равно, что бежать с молотком в сторону газели и бахнуть рядом в асфальт, блин, ты че... Я не знаю, как вообще возможно. Она промахнулась. Как? Ты что, дура, что ли?
Есть тут какой-то шанс не нарваться на него? Я сейчас хочу... И как он нас видит, я не понимаю. А, то есть вот ты... I'd love to, thanks. I need to concentrate. А где тут... Где тут... А, черт, не работает, да? Угу. Ready for some good news. То есть мы переходим через какой-то вот, грубо говоря, этот, ну, как обозвать-то, через какой-то рубеж, и вот он здесь выскакивает, да? По-любому, по-любому. Так. Чё, ну? I'm just waiting. А, иначе никак? Да подожди ты. А почему... Почему так-то, эй? И все-таки. We'll do it my way. Don't burn yourself. Давайте попробуем. Что тебя смущает? В смысле? А чё, почему встала-то, алё? И чё? Спорим, промахнется. Тебя промахнется, стопудов. Но куда ты? Да я знаю, что я фигней страдаю, да, блин, это забавно. Но это гуманоид против животных. У нас, по-моему, ничего нет.
Или есть? А что, то есть, просто что-то с животными было связано, я только не помню, что. Какая-то хрень про животных была. Нет. Масло. Да нет, блин. Кстати, надо будет эти свитки все Гейлу как-нибудь загнать, чтобы он изучил по большей части. Блин, точно же что-то было связано с животными, черт побери, точно помню. Вот этот призыв Квазита в том числе. Паралич, вот это все надо будет Гейлу подогнать, чтобы он все это изучил, блин. Главное, находишь целую кучу каких-то свитков, блин, вроде смотришь, вроде там что-то есть, думаешь, ладно. А, вот! А, то есть это не животное, ну класс. Я не животное, попрошу. Давай, бахни. Нормально. Правда, не заразился, но бахнул от души. Ладно, чё, всех конец хода, я так понимаю, да? Зелье сна. А, нет, стоп, у нее есть токсин, между прочим. Посмотрим, что он сделает вообще. Вообще, я пока не очень понимаю. Сколько он кусает? А чё так мало, ребят? Я обожаю это. Вот пишу, чё? Ну, дай посмотреть. Тридцаточку он кусает. Тридцаточку, ребят. Восемь пятьдесят два! Пиздец! Офигеть! Эскейп тогда. А что за... Да, лучистый, я же не пробовал. Давайте попробуем. Что это за лучистый такой? Еще и отравлен. И чё? И чё? И чё? Священное пламя, священное пламя. Существо в каждом оставшемся ходу. Ну, не то, что прям совсем фигня. Подхилило, так подхилило. На все бабки. А где у тебя? Это бонусная, да? Это действие.
Кровотечение. Давайте попробуем закровотечить его. Фу, блин, ну вы поняли. Тичич. Я обожаю эти моменты. Пройдено. Ну да. А сколько эта штука может лечить? Напомните-ка мне, пожалуйста. У кого есть такое зелье? 12. Ну да, меньше половины выхилил. Норочу. Что тут можно сказать? Ну да. Скорость цели, дружба крепкая, не сломается. Давайте попробуем болезнью также долбать. Да что ж ты какой? А чё у тебя, в принципе, из атаки, из атаки есть? Ну, это всё по площади. Ни хрена себе ты обосрался, Астерион, просто жиденько. Просто двойной критический промах. Ты что, обалдел, что ли, парень? Пфф, он преимущество имеет. На верхотуре стоит, блин. Да, на укус на 52 это, конечно, мощно. Это прям, ну я не знаю, ну как на это реагировать? То что это за значение, блин? Чувак меня сильнее на один уровень. На один. У него урон максимальный 52. У меня, блин, совокупно у двоих персонажей такого количества здоровья нет. Это как вообще, блин? Че, балдель? Нет, ну понятно, с другой стороны, что тут, наверное, можно какой-нибудь паралич... Что-то там, какой-нибудь паралич монстра, еще что-то подогнать. Вот эти умелки там, может быть, какого-нибудь этого... отвлекающего вызвать, еще что-то. Это-то все ясно. Кстати, после этого боя, скорее всего, надо будет это отдыхать. Астерион! Ты чё, заболел, что ли? Что с тобой не так? Ты чё мажешь-то без остановки, блин? Нет, главное... Вы что, вы вдумайтесь? Дважды... Крит промах. Следующий ход. Просто промах. Ты чё, блин, чувак? Дважды промах. То есть вообще не попадает. Уму непостижим, блин. Чё не так-то, я не пойму. Я не удивлюсь сказать, что следующая атака этого чувака еще критическая будет. Вот вообще не удивлюсь.
Че, дальности не хватает? Что? Нет. Нормально. Дальность нормальная. С ним все хорошо. Какого хрена-то? Ну ладно. Ну я не знаю, как на это реагировать. Ну это странно просто как-то. А он меня видит, да? Вот сейчас я наверху, но... Ну-ка, сейчас. Ага. Интересно. Where do I go from here? Да вроде все сделали. Давайте посмотрим, что сейчас будет. Странно. То есть огнем он промахивался, кислотой он крит промах. Обычная атака — критический удар. Ну ладно. Так, а что тут написано? Булей. Атака из-под тишка. Нет, это все понятно. А где тут? Ну ладно. Посмотрим, что он сделает. Мне просто интересно сейчас. То есть, что он сейчас изобразит. Опа. Как интересно. Неожиданно. Это на три цели, да? Че тогда, лучистым уроном его бахать продолжать? Ну, скорее всего, кстати, это имеет смысл. А это что? Слабляющий. Значит, мешает ей атаковать. А, безоружные существа не могут... Ну, это класс брони, это немножко не то все-таки. Не ругайся. Это бонусное действие. Так. Бонусное. Так, безрассудная атака. Нет, давайте просто тогда. Ну просто бить, а что, как еще вариант? Вариантов-то особо и нету, да? Просто бьем. Стоп, нет, подожди. Не просто бьем. Стоп, 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 подожди. Сначала вот этот самый лучистый. Еще раз, лучистая сфера. Существо имеет минус один к броскам атаки в каждом оставшемся ходу. Я освещаю все вокруг себя. Все. Князь снижается на 2. Осталось ходу... А, ну понятно. Ха, забавно. Осталось ходов 2. Длительность снижается на 2. То есть, типа, если... А, подожди, ну а смысл тогда? То есть, если ему прервать каким-то образом... Не дать ему атаковать... А смысл? Я просто не понимаю. То есть, как бы, если, например, в этом же ходу, вот сейчас, не дать ему как-то атаковать, то чисто теоретически... Чисто теоретически. Как бы это можно продлить на один ход, но... Я не знаю. Как по мне, немножечко херня какая-то получается. Так, теперь Карла, да? Ну тут просто удар. Надо бы ей какой-то, я не знаю, меч с каким-нибудь дополнительным умением, что-то такое. Дать бы такое, чтобы какой-то яд накладывал. Ну давай, приятель, со всей дури. Ну, не худший вариант.
А вот у этого сейчас должен быть очень хороший вариант, потому что... Да, скрытность. А давайте-ка сейчас попробуем. Сейчас у нас и позиция выше, и скрытность до кучи. Может, сейчас этот огонь, кислота как-то сработают, и мы не промахнемся. Так, это вот на них обоих. Вот, 84. Ну-ка, давай пробуем. Это у нас сейчас что? Это сейчас огонь. Смотрим, как он на него сработает. Пять десять. Но, важный момент. Да, но огонь. Ого, 23. Сейчас, секундочку, просто хочу проверить еще раз. Посмотреть, как сейчас сначала огонь, еще кислоту попробую. И гром тоже хочу попробовать. Сейчас надо поэкспериментировать слегка. Ой, а будильник тоже давно звенел, оказывается. Блин, 5 серий больше сейчас получится. Да уж, наши стандартные 40 минут вечно превращаются в 2 часа, да? Ну, что поделать. Комп надо помощнее, чтобы загрузка быстрее шла. А для этого нужны деньги. А денег что? Правильно, денег нет, но мы держимся. Мы держимся. За что мы держимся? Ой, за что мы только не держимся. За все держимся. Как сказали в одном старом фильме, жить захочешь и не так раскорячишься. 100%. Так, значит, еще раз огонь. Да? Да. Сейчас еще раз огонь попробуем. Главное, по своим не зацепить. Ага, вот так, все. Бахаем. Угу. То есть прям вообще пошел ты в жопу, что называется. Как это работает? Он не проходит испытания против огненной стрелы, но Астарион промахнулся оба раза. Что? Как? Я не понимаю, это бред какой-то. Как это работает? То значит, у него какое-то лютое сопротивление огню, но при этом Астарион в него попадает. То у него никакущее сопротивление огню, зато Астарион в него промахивается. Без шуток. Ну, я не знаю, но против таких гигантских тварей промах работать не должен. Ну, это бред. Я не знаю, ну как на это еще реагировать? Это реально бред какой-то. Ну, как работает промах против этой туши? Слушайте, 600 килограмм. Ну, вдумайтесь. Ну, блин, полтонны, еще центнер сверху. Это... Ну, я не знаю. Ну как против такого можно промазать? Я понимаю, когда эта хрень еще там несется где-то вдали на большой скорости, а он умеет быстро бегать, да, это мы видели. Ладно, хорошо. Но он стоит. У тебя преимущество. Блин, ну как? Ну что? Ну почему? Так, не, пробуем сейчас. Причем не просто преимущество, еще раз повторю. Я еще раз подчеркиваю, вы посмотрите на это. Позиция выше. Скрытность. Пить двойной промах. А сейчас, если я пульну в своих, свои-то словят, наверное, двойной. Четырехкратный, пяти, шестикратный крит просто, наверное, словят, я чувствую. Свои, блин. Ой, жесть какая. Астариону нужна какая-то дополнительная плюшка на ловкость. Больше плюшек на ловкость. И как-то его надо перепить. Ну, хотя нет, но инициатива все равно нужна. Мне, по крайней мере. Ну, мне так кажется. Я не говорю, что это правильно. Я играю не по билду, если вдруг кто не в курсе. Я играю чисто по наитию. В Кай, в Ф. Кай, в Ф. Каёк. Так, ну ладно, давайте еще одна последняя попытка. То есть вообще есть шанс хоть какой-то попасть этой гребаной стрелой? Или это все, или это прям совсем из раздела фантастики? Ну, то есть, да, либо так. Но огонь все равно не работает. То есть, как бы вот где он тут? Да, то есть у него как-то... У него как-то варьируется этот урон. То он, значит, в него хрен попадешь вообще. Либо ты в него попадаешь, но огонь все равно. То есть смысл у него эти стихийные стрелы тратить нет вообще никакого, судя по всему.
Ну, сейчас еще с кислотной. Ну, сейчас. Один раз кислотную и один раз громовую. Ну, может, у нее как с Минотавром. Просто, помните, на Минотавров огонь работал очень хорошо. Уж не знаю, с чем это связано. С чем-то, наверное, связано. Но огонь против них работал отлично. Ну, помните, да, эти стрелы огненные, астерионовские, они очень хорошо влетали. Может быть, у этого тоже что-то есть. Ну, например, ладно, огонь, хорошо, огонь его не берет. Что у нас еще есть? У нас есть гром. Ну, вот, кстати, на тему грома, да, звук должен пробивать вообще-то все, что угодно, по факту. Так или иначе. Ну, хотя нет, тут тоже. Ну, блин, хрен знает. Так. Так. Ну, давайте кислую. Так. Стрела молнии. О-о-о. А молнии его проковырнули. И очень хорошо, кстати. Ладно. Но, кстати, тоже вопрос. Может быть и нет. Может, это просто совпало так удачно. Сейчас молнии бахнули. Что немножко странно, если вдуматься. Он перемещается под землей. Чисто теоретически его лапы должны быть всегда немножко вкопаны в землю. То есть тут... Ну, хотя... Блин, ну, я даже не знаю. Ну, под землей, да. Под землей, да, больше шансов встретиться с чем-то... Вряд ли с чем-то электрическим. Тут скорее... Огонь, да, кислота, да, то есть какие-то там неблагоприятные именно подземные среды, но чтоб молния, то есть да, как бы, вполне может быть, что молния против него лучше работает. Сейчас я еще раз говорю, попробуем кислоту и звук, или что там у нас есть, ну сейчас, посмотрим, сейчас, кислоту точно попробуем, не в смысле сами, а в смысле стрелять, не на улице, блин, короче, я не это имел в виду, отстаньте. Так, а, да, холд еще есть. Так, так. Давайте, значит, сначала кислота. Кислота. Бам. Угу. Ну, это лучше, чем огонь, но тоже недостаточно. Это была кислота. Сейчас еще нужен звук и что-то еще. И холд. А, звук и холд, да. Звук и холд попробовать. Ой. Звук и холод. И после этого, наверное, надо будет на долгий отдых уходить, потому что у меня уже у всех все кончилось. Долго отдохнуть, я считаю. Карлак бы, я говорю, какое-нибудь оружие с каким-то стихийным уроном дополнительным. Ну, как в Неверинтере, да, были же там всякие мечи. Огонь там. Холод и так далее. Блин, я с таким удовольствием вспоминаю последние дополнения у первого Neverwinter, когда в меч можно было, в каждый меч можно было один сделать, например, двуручника в сочетании там кислота-холод или там кислота-огонь. Мне особенно нравились... мне нравился звук и электричество, чисто визуально. Прикольно выглядел. Так. Так, это было... Холод и гром остался, да? Электричество было, но магическое вмешательство не надо. Это не восстанавливает здоровье. Тьма, ну, тьма, понятно. Так, давайте, значит, сначала стрела гремящего грома. Ну да, логично. А какой еще гром бывает? Она его еще отшвырнет, да? Ну, давайте. Нифига себе! Вот это ему... Это что, это сейчас так гремящий гром так пролетел? Астерион, так. Булей 16. Проходит испытание стрели... Использует атака из-под тишка. Критический удар. А, вон что. То есть, сам гром особо не прошел, да? Блин, нужно побольше. Тут так вот. Нет, не настолько много. Ага. А, 12-12. Но ему сейчас прилетело 16 и 6... Не, подожди. 16 и еще 16. То есть ему прилетело прям максимальное значение, да? Так, давайте-ка мы его тогда вот так вот сейчас сохраним, оставим. И попробуем еще стрелу холода. Ну, блин, слушайте, ничего себе, добился результата. 32, считай, урон пролетел. Это очень хорошо. Это мощно, блин. Все ж таки. Так, ну мы сейчас... И еще сейчас пробуем. Вот эту, да? Угу. Еще холд попробуем на нем. Посмотреть, как он работает.
Но опять же, видите, эффект не сработал. Правда, не то чтобы совсем не сработал. Он вровень был, да, 12-12, если помните. То есть у остальных там вообще какие-то нездоровые значения были. То есть, типа, у меня там урон, не знаю, 14, у него там проверка 23, допустим, да. То есть вообще даже близко не стоит. А тут как бы вровень. То есть, если бы еще и, если бы еще и гремящий гром прошел, тут вообще было бы. Прокачать бы как-то Астарион через криты прямо. Очень сильно через криты. Но как? Хз. Как-то можно. Не знаю. Как-то можно. Как-то можно. Ну подождите-ка, на тему как-то можно. Вот у Астариона сейчас преимущество, правильно? Нет, ну правильно же. У него же преимущество, верно? Верно. А что мы знаем про астарионское преимущество? Нет, не то. Вот. Нет. Блин, да где же? Вот, покушение. Любой успешный высокий тайк после захваченного собственного существа. А, врасплох. То есть это немножко другое. Ну ладно. Так, и холод, да. Стрела холода. Давайте еще. Последнее испытание. Стрела холода. Пробуем. 7. Ну тут, кстати, самый такой средний урон получился, да? Тут сей холод. Вот он не прошел. То есть 7, 9, 10. Там по 16 было, да? Два раза, то есть 32. Тут 19 и 20. Угу. Ну, холод, да, получается. То есть получается еще холод на него в целом так работает, да? Он еще плюс на этой, на скользкой поверхности сейчас стоит. Но, правда, ему это никак вообще не показано. Хотит пасть, конечно. Не, ну ладно, давайте перемещаемся тогда наш лучший вариант. На этот. У него сейчас 29, да? Ну да, давайте. Ну то есть, по сути, две стрелы сработало. Это гром гремящий и холод. Так, более или менее, просто сработали. Конечно, возможно, просто сейчас время подошло, так сказать, срабатывать. Сейчас бы сработало все, что угодно. Но огонь кислоту он как-то прям очень сильно игнорил. Получается, гром и холод. Ну, молнии так еще плюс-минус. Как там? Гром и молния. Кто помнит такой замечательный старый мультфильм? Братья... Нет. Братья-пилоты, братья-колобки. Как они там назывались-то? Шеф и коллега там были. Гром и молния. Так, там у нас 29 у него оставалось здоровья, а здесь сколько? Здесь у него 23. Угу. Так, ну все, то есть чувак уходит. Скрытность. Вы все сходили, да? Так, ты сходила, сейчас ходишь. Давайте-ка всех объединим, а то... А, у него ничего и не осталось, да? А, ну это не нежить. Не, ну если я спущусь, он 100 пудов на меня кинется. Это прям даже вот гадалки не ходи. Ну давайте хотя бы тогда холодом бахнем. Подожди-ка, у него сколько? 20, не, ну столько я не нанесу. У меня есть какое-нибудь заклинание, которого много. А, с мертвым могу поговорить. Собака. Дальнее заклинание, да? Сдвоенное. И быстрое. Ага. Вот так вот. Про это я все время про эти штуки забываю, вот честно. Все время забываю про это, блин. Вот же у меня клевая штука есть. Во. И теоретически я сейчас его могу грохнуть одним выстрелом. F5. Все время я про эти вещи забываю. Вот постоянно просто. Вот, я как бы так, а, да, они есть, и все. И потом в бою, куда, чё? Не помню. Отстаньте. Так, у него 23. Максимум 36. 20, ну, 36 пополам это 18, да? То есть чуть больше половины надо бахнуть. Чувак. Давай.
Давай так, я в тебя верю. Как ты на это смотришь? Давай, что я в тебя верю. Прям верю, верю, верю. Ну, я тебе, конечно, верю. Ладно, окей, попробуем. В смысле? Куда? Не-не-не-не-не, сейчас. Ничего себе. Это ты удумал. Плюс 50. А что это плюс 50 было там? Плюс 50. Он выхилился, что ли? Это чтоб он опять сейчас в атаку пришел? Да идите-ка вы в жопу, блин. Нифига себе. Очередная, блин, это, как ее, карга этель. Нетушки. Значит, я тебя долбать буду сейчас до тех пор, пока не продолбаю. Пока не выбью 3 крита подряд. Вот пофигу, все. Охренеть, блин. Еще один. Любитель. Уходить в конце боя. Сейчас. Хрена лысого. Вот у меня 36, мне надо выбить 23. Вот сейчас буду долбать до тех пор, пока не выбью эти 23, блин. В глотку не вобью эти 23, блин, тому рандомизатору, блин. Хоть 2 часа тут просижу, блин. Офигеть. Закопал все. Ну да, действительно, а чё бы нет-то? Чё бы ему не закопаться-то? А у тебя же есть бонус, надеюсь? А, уже нет. А, ну да, я же использовал. Туплю, сорян. А это кто? Это действие. Прости, куда я пошел? Но мне сейчас, чтобы 23 выбить, это нужно, грубо говоря, 3 по 8. Условно говоря. Ну, 8, 8, 7. Как-то так. Это чуть больше, понимаете, это чуть больше половины. Мне 55%. Я не хочу его отпускать, блин. Вообще не хочу. Вот прям вообще не хочу. Ни при каких... Ну, блин, он сейчас опять уйдет, потом опять появится, опять с ним драться, блин. Не хочу. Вот просто. Ни под каким видом, блин, не хочу и все. Нужно опять вылезет, опять будет драться. Или сейчас опять где-то выскочит. Блин, ну сейчас мы передохнем, вернемся. Да ну нахрен, блин. Скотыняка. Ну, вообще, я, честно скажу, у меня была такая мысль, что он может закопается или что-то такое изобразит из себя. Но тоже, да, а почему, когда он закапывается, у вас, простите, автоатака не проходит? Нужно узнать, ребят, девочки, мальчики. Если не секрет. Жалко, интеллекта у него мало. Смех Таши не работает на тех, у кого интеллекту не хватает. Сука. Критический промах. Один, то есть вот два норм, и вот еще одну девятую. Шесть нужно было выбить. Шесть, но он критический промах сделал. Одной, то есть, знаешь, игра такая. Смотри, смотри. Опа, опа, молодец, молодец. А хер тебе. Ты справился, ты справился. Ай, ну я не могу, это прекрасно, блин. Во-первых, нет, не хочу его отпускать. Не хочу. И вот, да, я говорю, тоже вопрос. Вот он закапывается. А почему у моих девочек не срабатывает, простите, атака, когда он уходить начинает? Ведь это же закапывание, это уход. А? А что такое? А почему нет этой атаки? Да каждая его, чтобы ему как-то напоследок прописала, как по балде такая следует. Он же уходит, пусть и вниз. Ну и что? Это же тоже перемещение. Или он так быстро... Или это 600-килограммовая туша под землю закапывается со скоростью Зедлинга, блин, когда... Фум! И нету... Промах, промах, 6, блин. Просто иди в жопу, называется. Промах, промах. Промах. Как? 600-килограммовая туша, чувак на возвышенности. Ёлки-палки, а. То есть я так понимаю, что вот эта вот тварюшка, это своего рода такой, ну, постоянный зихер этой местности.
Ну, то есть, типа, он уходит. Видите, там было плюс 50. То есть, он выхилился, получается, да? А как он потом хилится? Или он потом... Или он как? Он плюс 50, они собираются, он опять нападает? Или надо в другом месте его как-то ловить? Ну, подождите, а как в другом месте? Мне кажется, знаете, помните в прошлый раз, когда произошло это... Момент, где тут вот... Вот здесь вот, да? Он вроде как на нас кинулся. Я думаю, тут как раз был момент, что, наверное, тут должна была быть первая драка. Ой, а это что такое? А, тут... Вот здесь где-то первая драка. Помните, тут еще Минотавр полудохлый ходил? Вот здесь должна была быть первая драка. Он должен был убежать. И после этого уже где-то здесь мы его должны были догнать и добить. То есть там у него должно... Скорее всего, мне кажется, так должно было. Но я не хочу его догонять и добивать. Я хочу его добить вот прямо сейчас. Чувак, ну пожалуйста. Спасибо. 150 опыта. Спасибо. Нет, правда, спасибо. Без шуток. Без приколов. Шо? Шо, остренчик? Так и шо случилось? Слезай. 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 Нет, тема с ящиками еще не раскрыта. Кто бы что ни говорил. 150, да? 746, еще чуть-чуть. Разломник, ты что распрыгалась? А мы можем его взять? Нет. Мы не можем его взять. Булей. Оу. Одежда кровопийцы. И все? И вот это все, что мы получили? Серьезно? Да. Ну. Да, видать, зверюшка-то сильно голодная была. Ну, все, что в желудке нашлось, это одного единственного какого-то одежду кровопийца. Ну, ночь свет, как обычно. Спасибо. Вторая попытка. Ника, только сейф скам, только сейф. Сейф, 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 сейф. Сплошной сейф, никаких других вариантов. Почему? Потому что... Потому что два раза подает успеха быть не может. Никогда. Интересно, это зверюшка тут одна? Или еще будут? А, вопрос хороший. Так-то, если подумать. Так-то, если подумать. Так. Сейчас возьмем ночи свет. Отдохнем. А, еще надо посмотреть, что это за шмотка такая мне выпала. Но это явно для каких-то магов. Я даже не знаю, для кого это. Ну там всего 10 единиц защиты. И это вроде как не доспех. Вроде бы. Ну что ты говнишь-то на ровном месте, а? Ну ёшкин кот, блин. Ну вот обязательно, да, вот на одном ночи свете просто два провала подряд. Ну чё, блин, ну игра, ну хорош, ядрёный кочерыжка. Ну что-то, что такого происходит там невероятного, блин? Я не могу подобрать ночи свет. Ну да ты всё-таки возьми да подбери его. Вот я говорю, как ты начинаешь, думаешь, сейчас я закончу, игра тебе. Хрен, куча этих факов в лицо, блин, здоровенный болт поперёк башки, да? Поперёк морды, блин. Что, да? Ты там что ты сказал? Ты торопишься? Что? Нет, я не тороплюсь. Все. Играем еще полтора часа, все нормально. Я могу тут сидеть сколько угодно, да. Ну, это я пытаюсь обмануть вселенную. А черт, наверное, вслух не надо было так говорить, да? Вселенная, я пошутил. Не обращай на меня внимания.
Можно этот... Да. Спасибо. А, подожди, это она, что ли, взяла? Смешно. Просто она это сделала. Вот почему сейчас ему в сумку алхимика это все не ушло? Может мне кто-нибудь дураку объяснить? Вот что не так? Ладно. Так. Класс брони. Кровопийца. Жестокая месть. Получив урон от противника, владелец на один ход получает эффект озлобления. Злобление. Вы находитесь под действием Бадалина. Ваши атаки оружием ближнего боя носят плюс 1 единицу урона. Я, конечно, дико извиняюсь, но... В лагерь. Пусть там валяется. Так, ну чё, всё тогда? Ну да. Булю победили. Булю-бабулю. Так, ну тогда в следующий раз, наверное, куда-то вот... Так-то сюда, что ли, пойдем? Здесь что интересует? Надо бы тут сюда тогда сбегать наверх. Посмотреть, что да как. У меня... Все, отдыхаем. Я знаю, что у меня достаточно припасов. Сейчас заодно посмотрим. Может, у кого какой диалог нарисовался. Можно встать? Можно встать, блин! Ты... Чё с тобой? Ты успокойся, ты, хватит прятаться. Я нажимаю, блин, он... Так, ложка, вилка... О! Вон Дантон хитренький, пристроился там. Кто у нас тут где находится? Никто ни о чем говорить не хочет, на всякий пожарный. Well, тут ничего. Go ahead. I'm... Ничего. Не смущает меня это место. Могли бы тут хотя бы какой-нибудь заслончик поставить. Ткань хотя бы поперек прохода натянуть. Something's on my mind. Карлах. Hey you. У нас же была эта тема по поводу прикоснуться по-настоящему. Я ж ее охладил уже этой водичкой. Where would you start? Да. You get gods. We better. Ладно, ок. What's cooking? Карлах, уймись. No one back home will ever believe this. Так, Астерион. I did miss that face, you know. Да. Ну ладно. Он по мне скучал. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Fine. What's on your mind? How are you holding up? Don't be so... Ну ладно. У нас отличные отношения. Ну и Лаэзелька. Брошенная женщина. Да уж. С ней что-то... Speak. Да. Так, ну ладно. В общем, разговаривать ни с кем и не о чем. Никто ничего говорить не хочет. Давайте еще раз и в пяточку. И спать. Ну и на этом, я думаю, эту серию можно заканчивать. В принципе, нормально так. Победили. Пятоуровневую тварь. Приблизились еще немного к желаемому, опять же, пятому уровню. Спать. Но почему? Вот почему?
Почему 83 из 80? Что за прикол? Я не понимаю этого. Есть что-нибудь на плюс один? Я даже не помню. Хоть бы сортировку какую-то дали, что ли, блин. Четыре, четыре. Ну что, ничего что ли на единичку-то нет, а? Да ладно, было же. Не хочу лишнее тратить. Оружие. Курица. Умерла своей смертью. Страшный. Все на два. Было же что-то на один, алло. Точно было. Сирен опять не найду, да? Ну вы чё издеваетесь? Да блин, вот. Ёлки-палки. Ну и Емору ещё. Ну, в целом... случайно нажал не на ту кнопку. Сейчас метнем еще один шарик шкрябу и вернемся на ту локацию. Но так как серию уже надо заканчивать, то всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты, все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девочки, по щечку. Увидимся в следующей серии. Baldur's Gate 3. Безоговорочная фарева. Как-то так.